Депутат Государственной Думы от Ненецкого округа посетил поселок Красное. В ходе рабочей поездки Сергей Коткин побывал в новых и строящихся учебных заведениях, а также провел личный прием граждан административного центра Приморско-Куйского сельсовета. Владимир Рожин расскажет подробнее. Сразу по прибытии в поселок Красное Сергей Коткин посетил местную школу. Кстати, она построена совсем недавно. Новое здание сдали в эксплуатацию только в сентябре прошлого года. Учреждение соответствует практически всем современным требованиям. Большой спортзал, библиотека, музей, мастерская по деревообработке и даже тир. В общем, есть все, что необходимо для качественного образования. Есть все, столки хорошие, верстаки. Все это вот шкафы тоже забиты всеми инструментами. Все есть для работы со школьниками. Другое дело, что, к сожалению, программа сейчас образовательная не та, что когда мы учились в свое время и многое разрешалось делать своими руками. Сейчас, прежде всего, техника безопасности. Следующий социальный объект, который посетил депутат Государственной Думы – детский сад. Сейчас там продолжается капитальный ремонт. Кстати, распахнуть свои двери для дошколят, согласно контракту, образовательное учреждение должно было еще в октябре. Однако этого не произошло. В ходе ремонта здания выяснилось, требуются дополнительные работы. Именно поэтому сроки и были увеличены. На сегодняшний день строители завершили утепление полов и приступили к выравниванию стен и откосов. На объекте сейчас задействовано 23 человека. Второй этаж нам обещают сдать. Но они активно работают, да? Да, мальчики вообще с 7 утра и до 12 ночи, все до 11 сюда здесь. Также в ходе своей рабочей поездки Сергей Коткин посетил и физкультурно-оздоровительный комплекс. Его возвели не так давно. Сейчас там успешно работает сразу несколько различных секций для местных жителей. Волейбол, футбол и даже бокс. Представители последнего вида спорта наградили комплектами спортивной одежды. И еще один комплект вручается у нас Литкову Виктору. После знакомства с работой социально значимых учреждений депутат Государственной Думы Сергей Коткин провел личный прием граждан. Каждый житель мог обратиться с той или иной проблемой. Задать свой вопрос парламентарию пришли порядка 10 человек. Самое главное, мне очень важно пообщаться с жителями поселка, выслушать их, какие проблемы, что их волнует, беспокоит. И уже потом, значит, мы с губернатором обсудили, договорились, что после таких региональной недели мы встречаемся, обсуждаем все проблемы, которые высказывают жители округа, и выстраиваем пути их решения, с тем, чтобы это не осталось на листочках, на словах, а конкретно реализовалось на деле. Региональные недели депутат Государственной Думы проводит традиционно раз в месяц. Сергей Коткин заявил, он продолжит посещать населенные пункты Ненецкого округа, в том числе труднодоступные. Владимир Рожин, Антон Выдряков, телеканал «Север», поселок Красное.